года официальные судебные заседания часто проходили в самом доме, и здесь же выносились приговоры. Исторические достопримечательности Сальма – особняк судьи. Ну, получается, последний улик – это вывод, наверное. Нажимаем. Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же, как пытали ведьм. И почему? Сейчас прочитаем. Маньяк убивал жертву с применением пыточных устройств пуританской эпохи. Именно так. Странно, что тут нет про обвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Нужно выяснить, что здесь еще есть. Ну да, еще какие-то там инструменты пыток. Для последующих убийств. Осторожно, поезд. Да ладно, так будет ездить? Спрятаться можно, там душа. То есть два прыжка сделать и быстро прыгнуть. Успеем, наверное, зарубить здесь. Судебные процессы над ведьмами в Салеме закончились в 693 году, однако в Европе они продолжались до 750-х годов по часам. Я всегда хотел быть полицейским.
Отлично, отлично. Еще 12 камней. Демонов тут пока что нет. Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис. Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Лучше бы я попросил пойти со мной. Тогда бы ты остался. Смотри, нет ли где видеокамер и сигнализации. Спасибо за совет. Сегодня я уже не в первый раз куда-то вламываюсь. Ну, вроде мы на месте. Только вот помогут ли эти вещи установить связь убийцы с ведьмами? Она-то как-нибудь связана с делом звонаря. 14 улик нужно. Смотреть в кабинет. Отлично. Да ладно. По звукам как можно определить, ожерелье или медальон? Табличка. В табличке написано, что эти украшения принадлежали пуританам, жителям Салема. Медальон. Кристалл, с помощью которого можно якобы видеть будущее. Ну, логичнее всего его выбрать. Звук был более похож. Простите меня. Я и не думала его брать. Постыдилась бы, Бриджит. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами тебя точно объявят ведьмой. Что медиум и ведьма. Пуритане любого ясновидящего обвиняли в связи с нечистыми силами. Преследование. Один из экспонатов выставки на первом этаже. Важное сообщение. Вызов в суд. Старинный манускрипт. Решение суда. Молоток судьи, видимо, старинный. Список обвиняемых. Список обвиняемых в колдовстве, датируемый концом 600-х годов. Штурман. Старинный корабельный штурман. Как он нам помочь может?
старинный медный нактомус. Пушка времен гражданской войны. Сюда сейчас вернемся. Охота на ведьм. В книге Malleus Maleficarum «Молот ведьм», опубликованный в 487 году, доказывал существование ведьм и объяснялись лучшие способы борьбы с ним. Судья. Портрет судьи. Логично. Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. О. Это знак убийцы. Призрачный знак звонаря, позаимствованный с картины «Повешенные ведьмы». Здесь я ощущаю прошлое, вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг. Будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали. Духи в музее. Мать Джой чувствует присутствие духов людей, как-то связанных с экспонатами. С экспонатами в музее. Окей. Идем назад. Сигналы бедствия. Старинный корабельный телеграф. Якорь. Большой корабельный якорь. Осталось еще две улики. Ребят, большая просьба, без спойлеров, без того, сколько осталось играть, без догадок, кто убийца и прочее. Все узнаем, в конце все узнаем. Так, где у нас две улики, Дэнс? Я, значит, на столах, наверное, пропустил. Так, вот еще что-то.
Медиум из Салема. Медиум направляет полицию к месту преступления. Медиум ребенок Си Бейкер нашла пропавшего человека. Роуз Кэмпбелл заявляет о своих экстрасенсорных способностях. Да ладно, это же все в текущий год. Как раз Роуз он поджег. Медиум раскрывает тайну 20-летней давности. Еще одно убийство раскрыто с помощью медиума. Реакция полиции. Медиум на самом деле. Софи тоже обладала даром ясновидения. Это значит, что уже несколько девочек, за которыми охотится звонарь, были медиумы. Ну, логичный звонарь-то, наверное. А что там за записка? Glass on back office. Что убийца-то еще, наверное, здесь работает. В музее. Еще одна улика. Может, опять нужно найти ответ? Это будет с последней уликой. Хотя нет, еще одна. Где-то опять я пропустил. Пушку смотрели. Может, девчонка что нашла? Куда-то она убежала. Не, ответ можно как бы пытаться подогнать. Просто хочется узнать, что вот это секрет, или это он и есть. 14. Сейчас я тут чуть-чуть пробегусь. Ищи дальше, тут есть еще что-то. Ёлки, там девочка у окна стоит. Еще что-то. Стоп, что-то было, по-моему. Или показалось. Ну ладно, давайте ответ начнем сдавать. Эти экспонаты как-нибудь связаны с делом звонаря. Пушка нет. Бакстер музеем. Честно, не знаю даже. Побежал прятать картину, заслышав шаги. Зачем ее прятать? Что вообще он тут делал? Ну, на картине знак звонаря был. Колокол. А почему нет? Я пушка. Список обвиняемых. Знак с картины. А знак, елки, с картины можно выбрать. Дальше. Цель звонаря медиум. Тоже подходит. Якорь нет.
Картина «Суд над ведьмой». Вызов в суд. Ведьма, ведьма. С нечистыми силами. Корабельный телеграф. Кто он, судья? Мне кажется, здесь самое нужное. Ведьма, ведьма, окей. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Бакстер. Что вызывает подозрение в действиях Бакстера по этому делу? Повышение Бакстера. Бакстер в музее. Звонарь. Пропавшая девочка. Спрашивал про одного из пропавших жильцов. Бакстер спрятал досье в своем кабинете, потому что Рекс все еще искал. Из какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты. Ты вообще не врубаешься. Не врубаюсь? Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где. Да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Да, да, да. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может, мне удастся что-то раскопать в его квартире. А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся. Ментальные сигареты. На Good Game Crawl смотри. Задача выполнена. Смотреть кабинет. Информация. Бакстер вел себя очень странно. Скорее всего, звонарь — это он. Его необходимо разыскать. И главное, еще капюшон ему одели здесь на фотке. Но пока улики указывают, что он как-то замешан в деле. Пугают они меня. Я уж на расслабончике бегу. Там опять эти демоны. Елки-палки. Откуда вы вообще взялись? Елки, 2 сразу. Да ну нафиг. Это все. Отлично. Так,
Здесь тоже двое. Один сейчас налево далеко-далеко ходит. Это как-то птичка, что ли, отвечу. Да, блин, ты ж ёжик. Да ну тебя нафиг. Все, улетай, нет здесь никого. Фу. Где второй? Давай разворачивайся, иди отсюда. Так, не перепутать кнопки Y сверху, Y сверху, Y сверху. А, блин, перепутал. Все, улетай, улетай, улетай. Улетай. Можно активировать, да? Через стену как-то пройти, улететь на спину. Блин, да, на снизу, но... Надо же было Б нажать. Все, улетел. Можно просто, конечно, на птице его отвлечь и пройти мимо. Наверное, так и сделаю сейчас. Но мало ли опять сейчас. Но я ошибусь. Мужики, там демоны. Идите, разберитесь. Ваша работа. Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Что-то плохое. Я вроде слышала про убийство. Да ладно, еще одно? Нет, прямо вот только что вся полиция на ногах. Что такое? Не знаю, видимо, что-то серьезное. Я прям чувствую, Бакстера, не Бэкстера убили. Или он повесился. Не знаю почему, но такое чувство. На выход. Бежать надо. Слышали, что тот парень сказал? В
церкви Святого Бенедикта что-то случилось. В церкви? В церкви? Да что ж сегодня за ночь такая? Туда же девчонка отправилась. Это правда. Кажется, я слышал сирены. Что за спешка, ребята? Куда это вы? А, нет, нет. Задача выполнена, выйти из музея. Добраться до церкви. Новая задача. Задача выйти из музея. Отлично. Давайте пару минут, ребят, перерывчик. И продолжим дальше. Побежим в церковь. Что-то там неладное приключилось. Start the motion. Look out.
decision, just collision, it's all arranged. Too late for me, no reason to recover if I should choose. Все, ребят, продолжаем. Поехали дальше. Церковь. Что же там случилось-то, церковь? Благо бежать недалеко здесь. Я точно помню, в Испании их сжигали. Настоящие ведьмы такие шляпы не носили. Нинтендо, привет. Это саундтрек из игры Транзистор. Можешь ОСТ просто погуглить. Там много хороших песен. Бежим спасать девчонку. Так, стоп, здесь я не пройду. Здесь мы кошкой наверх залазим. Крисман, привет. Игра шикарная. Кто любит, не знаю, триллеры, детективы, тому понравится. Да ёлки-палки, что здесь все перекрыто? Туда уже. Зато нашли газетку. Статья. Полиция Салема до сих пор не видит связи между недавними убийствами, но в городе распространяются слухи о том, что это дело рук маньяка. Пока эти случаи объединяют только одно. Странный знак, похожий на колокол. Подобные рисунки неоднократно находили на месте преступления. Никто не представляет, что он может означать, но, возможно, у этого звонаря есть причины оставлять свой опознавательный знак. Да, сказал недалеко бежать, получилось по-другому. Что-то здесь не все так просто. Скорее всего, я слева что-то пустил. Пойду еще раз посмотрю. Экшена здесь как такового нет. Отлично, отлично. Сейчас мы эту лодку обходим. Вот здесь вот осознать же можно, нет? Да?
про это место не говорил. Вон там еще два секрета каких-то. Ух ты, взглянуть на свою жизнь. Я никому так больше не улыбался, Джулия. Чуть не пропустили фото на пляж. То счастье, которое Джулия, которым Джулия наполняла всю мою жизнь, невозможно произнести словами. Любовь, морковь. На пляже, мысли Джули. Фотографии на пляже получились на удивление хорошо, несмотря на то, что уже почти стемнело. Особенно удачным был снимок Ронана на фоне заходящего солнца. Лица не видно, только четкий мужественный силуэт. И это фото запросто могло бы стать рекламой пляжей Сали. Такие позитивные. Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Слава богу, ты жива. Нет, Джой! Джой, не надо! Зараза! Лейтенант! Я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Это простой вопрос! Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Выясни, что произошло в церкви. Джой Арис в церкви. Я должен убедиться, что у них все в порядке. Вот Джой вывели, а Арис, значит, осталось здесь. Полиция безуспешно пытается найти Бакстера. Это странно, особенно если учесть, что идет расследование убийства. Блин! Откуда вас только здесь? Три штуки. Офигеть. Пойду-ка я назад. Лучше поверху пройду. Вниз и пройти через стену. Оп-оп-оп. Отлично. Ай, блин, ты ж... Вверх, Икс! Чуть не попался. Тут поработал настоящий монстр. Что-то пока непонятно. Интригует. Что ж там произошло-то?
Да ладно, девчонку камнями. Все-таки нашел. Айрис? Да, погибла. Колокол, честно. Как именно погибла Айрис? В луны, ну вот в музее тоже. Была такая казнь с камнями. Почему не волны? Ёлки-палки. Камни статуи. Задушены, застрелены. Раздавлены. Орудие убийства, случайная смерть. Орудие убийства. Звонарь преследует Айрис. Айрис убил звонарь. Но как он ее нашел? Сокрушающий удар. Это можно разбить только очень сильным ударом. Возможно, кто-то или что-то упало с большой высоты. Кровь Айрис. Наверное, это кровь Айрис. Видимо, она пыталась бежать от убийцы. И это не получилось. Грубые силы. Должно быть, убийца столкнул статую, чтобы ее расколоть. Откуда у него силы такие? Так, где-то еще две улики. Открытое окно, подозрительно. Разбитое стекло совсем как на месте моего убийства. Где-то еще одна улика. Здесь стояла статуя перед тем, как ее придавили. Как ей придавили Айрис. Окей, вывод. Нет! Нет, пожалуйста, перестань! Прошу, оставь меня! Не надо! Если бы она осталась в больнице, была бы жива. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Помни о том, что ты не виноват. Прости. О,
сестренка, они улетели. Что ему еще тут было нужно? Идти наверху, след убийцы. Как наверх-то попасть? Телепортироваться? Нет, телепортироваться он не хочет. У этого подонка ничего святого. Тут поработал настоящий монстр. У этого подонка ничего святого. Черт! След моего убийцы. Нуждается в помощи, что он делает. Арис сидит, сжимает спокойно, убирает падающий, напуганно. Падающий. Нуждается в помощи. Напомню. А, то есть она от него убегала. Проталкивается через толпу, видимо, убегая от кого-то. Мисс, что с вами? Вы так резко замолчали? Умерла девочка, которую мы из психушки спасли. Ее придавило камнями здесь. Ой, влияние пока рано еще не навлез. Покалечен? Да он умер. У них не было ни одного шанса. Молодожены, бедные. Напал на этих людей, безжалостный убийца. Зачем убивать столько людей? Вернулись, наверное, подруги. Что я здесь пропустил? А, окно, наверное, смотреть. Путь к спасению. Должно быть, Арис, а за ней убийца, выбрались во двор именно этим путем. А как девчонка-то спрыгнула? Наверное, просто упала, потом ползла. А он спрыгнул, добил ее. Осколки. Снова разбитое стекло. Еще две улики осталось. Наверное, его разбил убийца. Еще одна. У
Наверное, это и есть вот эта женщина. Ну да, точно. Что заставит ее подумать о причинах расправы? Разбитое окно, разбитое стекло, отброшенная жертва, покалеченная жертва, покалеченная жертва, свет на подоконнике. Ну, наверное, три жертвы. Нет. Бегство Айрис, вот с него надо начать. А, тут один девочка вариант. Девочка убегала. Он гнался за ней. Не за нами. Информация. Свидетель утверждает, что убийца, очевидно, хотел убить Айрис. А они просто попались под руку. Ну, в принципе, я так и думаю. Вывод. Кажется, нас ждет Байрон. Так, давайте сфотографируемся, нам нужно на торжество. Все заходите. О, боже. Она жива? Все нормально. Все, хорошо, хорошо. Слышно, отпусти, отпусти. Он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти. Нет, это не характерное для звонаря убийство. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. Эта бойня не входила в планы звонаря. Они просто встали у него на пути, и он всех убил, как и меня. А, ну точно. Мы же тоже подготовились. А он искал Джой. Вспомнить бы, где комната Джой. Мысли Джулии. Мы с Ронаном нерелигиозны, но, похоже, я убедила его, что поход в церковь святого Бенедикта – это хорошая затея. Для меня сегодняшнее посещение – как глоток свежего воздуха. Отец Макколи столько делает для местных жителей. Вся моя работа с трудными подростками – ничто по сравнению с тем, чего добился он воистину на святой воплоти. Да ладно, здесь труп. О боже. Ух ты, голову свернули. И что теперь я должен ей сказать? Зачем убийца сюда приходил? Офигеть. Зачем не священник? Да шею он ему свернул жестко. Шею сломал, у не было ни единого шанса. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Проклятие. Он погиб, защищая Айрис, последний акт самопожертвования. Бедняга.